«Пап, можешь помочь?» – спросила тут старшая дочь. «Хочу разобраться, как в жизни не оступиться, и когда пора начинать обо всем этом думать, что для этого делать?» «Помоги!» – запуталась напрочь. «Чувствую внутри, что это не мелочь». «Фух, ну для начала дай обниму. Сейчас только вытру скупую». «Ну что ж, я рад, что ты с этим ко мне. Главное, что нужно понять, что только тебе предстоит свой путь выбирать. Мы лишь можем направить и дать совет, что норм, а что нет. Это наш долг как родителей – взрастить победителей, научить быть бдительней. К сожалению, в мире встречается много вредителей. И может скажет кто-то тебе, что я далеко не советчик, а лишь ходячий пример собирателя ошибок. Но, дорогая моя, я теоретик. Учился и учусь на практике. Посмотри, какие вы трое чудесные, какие вы классные. Это ли не доказательство, что все не напрасно? Не оставайся просто зрителем. Будь взрослее и умнее обывателя. И самое главное, будь решительней. Успех любых начинаний вне зоны комфорта. Ты достойна всего, ты все сможешь, ты все сумеешь. Но только если реально захочешь. Верь мне, ты это почувствуешь. Ведь все достижения – лишь твоя заслуга. Ты первая, ты моя гордость. Я всегда буду рядом и навсегда останусь твоим другом.